Canotti, Triple G Golovkin. Известный российский комментатор бокса и журналист Григорий Стангрид в интервью корреспонденту Вести.кз ответил на вопрос о том, почему британский боксер Билли Джо Сондерс до сих пор не начал вести переговоры с казахстанцем Геннадием Головкиным. По его мнению, Сондерс ждет, когда Головкин будет соревноваться с Саулем Канело Альваресом за поединок с ним. После чего выберет самый прибыльный вариант. Сложно сказать, чего ждет Сондерс. Возможно, он тянет, потому что есть предложение от Головкина, и от Канело. У него есть ценная вещь, которая называется титул WBO. Головкин хочет этот титул, и Канело, думаю, не против завладеть этим поясом. Поэтому Сондерс и его промоутер, вероятно, просто ждут, когда две стороны будут соревноваться за него и предлагать гонорар. Сондерс выберет тот бой, где заплатит больше, прокомментировал Стангрид. Сам Сондерс признался, что для него Головкин лучший боец, чем Канело. По словам британца, он готов драться с 3G в декабре, и даже согласен ради этого поехать в США. Свою же первую защиту титула Билли Джо проведет 22 октября против россиянина Артура Акавова. В то же время наиболее вероятным соперником Головкина на декабрьский бой считается чемпион WBA и регулар в среднем весе американец Дэниел Джейкобс. Промоутеры боксеров даже забронировали арены, правда разные, но на одну дату 10 декабря. А Сауль Альварес вряд ли выйдет в этом году на ринг, по причине травмы руки.